Бывают обои, которые наползают. Это, кстати, из той же серии тоже. А какие обои тогда надо будет дальше отступать? Мы отступаем примерно миллиметра 3. И уже потом они когда начнут наползать, они как бы сами выровняют. То есть они ближе к 2-3 запаса постоянно, когда они еще тянутся. Да, такие обои, конечно, не сильно легкие. Клеивание. Ты не знаешь, сколько запасов мне не взять. Все. В принципе, если вам понравилось, ставьте лайк, заходите на мой канал, заходите на мой сайт, деларемонт.ру.